смотри. Так было тупо. И мне стыдно. Не смотрите на меня. Всем хай, с вами Юджин. Да, тот самый игрок, что в любом шутере, в абсолютно любом шутере надирает задницы. Преимущественно себе. Хватит. Я решил, что так больше не может продолжаться. В этом мире обязательно должен быть шутер, в котором я буду превышать. И кажется, я его нашел. Мы играем в Valorant. Я не буду долго объяснять, что это за игра такая. Давайте я просто зайду и начну кому-нибудь надирать задницу. Давайте я выберу себе какого-нибудь героя. Сейдж. У нее есть некие способности. Сфера барьера, сфера замедления и сфера лечения. Так, хорошо, а вот есть вот этот Brimstone. Хороший мужик, мне кажется, его я и выберу. Что это за поза такая? Что-то ручку подмял себе под спиночку. Суровый снаружи и нежный внутри. Фаза покупок. Хорошо, я купил. Я боялся, что я нахожусь в фазе безденежья. Опа. Хорошо, отлично. Это такая завеса, которой меня не видно. Опа. Опа! Видали? Тут же поимел. Хо-пу! Униженный. Я знаю, что у меня тоже есть способности. Но. Нет зарядов. Нет зарядов. Мне нужны заряды, чтобы совершить нечто жестокое. Я чувствую. Остался один игрок. Я? Стоп. Моя внутренняя нежная оболочка прорвалась немножечко. И я сделал лицо жалкое. Что аж хочется плюнуть. Аккуратненько. Двигаемся. Ой, страшно. Я поразился. Я поражен. Значит, у меня есть вот это. Нож и пулемет. Давайте, ребят, идите вперед. Только не сдохните. Силовое поле. Там есть кто? Ты выгляни, да скажи. Молодец, ты убил его. Это было очень жестоко. У него, возможно, была семья. Вижу врага. Где? Вижу врага. Где? Остался один игрок. Опа, опять я остался. Что происходит? Мама, спаси! Мы поражены опять. Снайперка. Евгений... Кемпер, вспоминая детство, меня били за то, что я усаживался и кемперил. Хорошее детство было. Давайте, ребят, обнаружьте их. Спасибо. Я иду. I'm coming. Умри. Так было тупо. И мне стыдно. Не смотрите на меня. Ребят, я подвел вас, но вы подвели меня еще больше. Чтоб вы знали. Короче... Вы поняли, в этой игре у героев есть суперспособности. Но я не понимаю, как мне вам это показать. О, боже мой, я вышел, и он прямо мне попал. Секундочку. Смерть! Ослепил! Не мешайся, не мешайся. Два кемпера. Вижу врага. Где? Нам нужно приманку послать. Время охоты! А, что? Призраки. Вот он, тварь. Вот он, тварь, застрелил друга моего. Друга! Умрешь? Нет? Опять я один остался. А! Боже мой. А! Я всегда последний остаюсь. Вижу нескольких врагов. Я тоже слышу их, пока что. Но с этого все начинается. А! И этим все заканчивается. Смотрите, у меня зарядилась способность. Это не моя способность. Это я наблюдаю за своим другом. Так, зажигательная граната, маячок-стимулятор, небесный дым. Все возьмем. Все по чуть-чуть. Да щит. Все вместе. Да, я иду. Это я сказал? Возможно. У меня синдром Туретта. Я выкрикиваю разные вдохновляющие фразы. Это такой вдохновляющий Туретта. Прикиньте, была бы такая болезнь. Молодец! Я не хотел этого говорить. Классно! У нас получится! Поэтому, ребята, знаете, если я вас подбадриваю, это не я, это просто я болен. Ты можешь. Идет! Блин! Я кончился сам. Стоп, у меня же... Я купил. Оп! Умрите! Что-то это даст. А теперь вот это... Опа! Погибнуть! А мой, то, что я уронил, в лаву. Я лаву сделал. Ты, у тебя тоже эта болезнь, да? Я понимаю тебя прекрасно. Значит, мы берем зажигательную гранату. Мы берем вот это шорти. Давайте вот это пулемет Один. Мне нравится. А, броня. Ну ладно, возьмем маленький щит. Он прикрывает самые важные места. Там, где самая суть. Я охраняю мид. Давайте сразу... Опа. Огонь. Он не ожидает. Он получил. Он сейчас горит. Время охоты. Черт. Что там творят? Сатанисты. Блин. Блин. Ослепили. Сейчас. Я иду за ней. Добил. Контрольный выстрел в голову сделал. Ха-ха. Победа. Все потому что я. Я застал их врасплох. Я заставил их думать и паниковать. После приземления маячок повышает скорострельность ближайших игроков. Очень важная вещь. Что же вы сразу не сказали? Пошли.
Вот здесь у нас будет скорострельность, ребят, вообще сумасшедшая. Возможно, вы сюда не встанете. Потому что это открытая местность. Идет, что ли? Идет, что ли? Остался один враг. Идиот, что ли? Эта тварь, она убивает моих друзей. Я должен вмешаться. Я прыгаю, я ползу, я бесшумен. Я захожу со спины, как крыса. Я предупрежду тебя о своем приближении. Но, ой, я это за пределы карты. Стоп. Вон она. Я думал, она скопировалась с моим другом, но нет. Все было не так. Есть, есть. Где мне закладывать спайк? Вон, точка А, я вижу. Четверка. Все, закладывается. Умею, я шарю. Ха-ха, теперь не будет нервничать. Нет! Нет! Не успел кинуть лаву. Я успел кинуть лаву, а значит, победа. Миссия выполнена. Туда, ребят, в угол. А, все, она перестала. Остыла. Проиграли. Черт! Давайте в целом изучим, какие у нас есть герои. Вайпер, траля-ля-ля, Джет, Фоникс, Сейдж, Сова. Вот это прикольный сафир. Киллджой. О, прикольно. Чтобы разблокировать Киллджой и кучу другого контента, мне нужен боевой пропуск зажигания Акт 2. Улучшить боевой пропуск. А, смотрите, что это у нас, это инопланетные технологии. Особенно мне нравится вот эта вот часть. Использовать этот облик. А еще можно выбрать звание курицы? Я генерал курица. Почему Киллджой мне нравится? Потому что убийство и радость. Нанорой. Выбирает гранату Ули. Нажимайте кнопку огонь. Окей, Ульем будем стрелять. Тревога бот. Целая куча пощебничтей. Чему бы купить этот интересный скин? Смотрите, какой он прикольненький. Чем я чаще всего пользуюсь? Ножик, может быть? Или бульдог? Бульдог. И Одина давайте поменяем. Наша Киллджой. Выбираем ее. Смотрите, снитурель прям ходит. Мы включаем шорти. Мы берем нанобота. И нанорой. Сфера! Не трогай! Мое! А, забрал. Турель! А, горячо, блин! Беги! Сражайся! Молодец! Дружище, пошли! Пошли за мной! Нет, стоять будешь здесь! О, сзади! Сзади! Умри! Опа! Я не убил, но победа. Ой, нано-робот, ты мне нравишься. Значит, берем Одина. Берем тревога бота, он будет паниковать и всех чморить. Кажется, все. Все, что мы можем себе позволить. Нам этого будет достаточно. Команда противников будет страдать. Нано-бот! Это турель. Нано-бот! Пчеломет! Нет? Да, я заберу. Остался один. Надо ее активировать еще. Все, окей, окей. Я победил. Хорошо, тревога боты, пчела улей. Я вообще неправильно их называю. Пчелобот, вот, кажется. И тревога бот. Так, если что, ты красавчик. И это просто синдром у меня. Поставил. Смотрите, смотрите, хорошо, хорошо, стреляй, давай. Пчеломет! Хорош! Давайте еще одна ульи бот. Как называется? Нанорой ульи. Ставлю. Я, короче, чисто одними магиями могу сражаться. Пчелошмель! Пчелошмель, давай, орудуй, орудуй! Твори ужасы. О, боже мой, все. Что-то вы классные. Пчелошмель, секундочку. Все, купил. Шмели пчел. Опа, поставили, давай турель. Паник-бот. Ой, я чисто от страха убил, чисто от страха. Слушайте. Идет. Ага. Ему больно. Я убил, что ли? Погоди. Я убил его пчелометом. Я убил его пчелометом. Согласитесь, я очень хорошо играю. Среди нубов, которые, видимо, впервые держат клавиатуру и мышь в руках. Я лично вот так играю. Так, мы же поменялись сторонами. Остался один чел, и он на базе. Гоу, на базу. Я пытаюсь первый убить его. Кажется, этот чел... Спайк установлен. Не на базе. Стало время идти очень тихо. Все. Давай, давай, Евгений! Тихо! Давай, есть! Сдох! Но не успею, но я попытаюсь. Нет! Я победил, но проиграл. Так бывает. У нас нет денег на Один, но я хочу. Купите мне это. Купите мне. Я лучший игрок. Никто не купил. Тогда я пчелеметами сейчас запасаюсь и все, иду в бой сражаться. Пчелемет! О, зря ты сюда пришла. Спайк, она выронила спайк. Остался один враг. Где же этот враг? Он попытается забрать спайк, да? О, о. Он сейчас убьет моих друзей.
Бегом! Остался один игрок. Отбил всех! Что? Страшно? Меня пытаются запугать? Какой он в стороне? Куда он пошел? Спайк установлен. Тварь! Блин, он там установил, вдалеке. Евгений бежит как может. Я убегаю как могу! Убегаю как могу! Убегаю как могу! Да. Зато я выжил. Вы меня подвели, команда. Упс! Улей! Клюй! Клюй их! Клюй их! Окей, победили. Победа. Хорош. Я не считаю это победой, на самом деле. Они были очень слабой командой, и у них был еще иногда один, который просто авкнутый. Мне нужна настоящая победа. Победа в бою насмерть. Сейчас. Вот. О, да. Все, начинаем. Секунду. Погибло. Погибло, повидло. Вы засели как твари. Смерть! Идет смертный. Смертный идет. Со спины вломил. Я убил. Это была рандомная стрельба. Я ее взял и убил. Просто зака. Черт. Умерла. Умер я. Слышите? Засел. Только что шагал, но засел. Теперь он за это умрет. За эту тактику гнильную, скотскую. Куда он делся? О! Тихо, тихо, тихо. Погиб. О! Неожиданно выпрыгнул, испугал меня, но погиб. Отовсюду. Евгений справляется. Евгений справляется. Блин, как его сейчас убил? Стоим. Вау, убил через стенку. Кажется, я решаю и превышаю. Вот это просто хардкорище. Так, ну он смерть получил, как и заказывал. Да что такое? Погибли. С этой стороны бежит на меня. Со всех сторон. У меня не было выбора, кроме как погибнуть. 5 секунд. А, подсраки. Подсраки, вот, 2 убил. Хорошо, подзаработал. Поражение. Не пытайся меня унизить, игра. Не пытайся. Оп. Как я попал по ней? Ну ладно, я не жалуюсь. Знаешь, что я за углом тебя жду, да? Я, по-моему, кажется, профессионал. Кажется, я бессмертный. Кажется, я просто машина для убийства. Слышу перестрелку. Я должен навести порядок. Ух, я убил ее в живот. Это она. Я снова ее убил. Вот 2 чувака. О май гад. Убил. Я всех убиваю, как вообще нефиг делать. Я думаю, что это просто мой талант. Хорош. Умерла. Превышает. Ха, в пах тебя. В пих-пах. Слышите, что-то там готовится к смерти. Молодец. Достойный погиб. Хорош! Хорош! Он бежит. Опа! Немножко так по сраке заел. Хорошо, я ему подсечку пульную поставил. Где я? Что я? 20. Победной ноте мы с вами закончим играть в Valorant. Если понравилась игра, то ссылка будет на нее в описании. Очень фановая игра. Особенно зашел режим бой насмерть, который в конце играл. Я искреннее удовольствие получил, играя в нее. И надеюсь, вы получили удовольствие, наблюдая за моими победами. Теперь мы раз и навсегда поняли, что Евгений, надиратель очек, не нуб. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся очень скоро. Всем 5!